Хет-трик Андрея Панкратова не помог «Газпром Югре» одержать победу в первом матче финальной серии против «Ухты». Накануне подопечные Владимира Колесникова потерпели поражение на выезде со счетом 6-5. Начали газовики успешно и на 12-й минуте вышли вперед. Но хозяева паркета смогли отыграться еще до перерыва. А вот во втором тайме ухтинцы начали с двух забитых мячей, чем явно усложнили жизнь югорской команды. Но дубль Андрея Панкратова вернул газовиков в «Югру». Основное время матча так и закончилось 3-3. Дополнительное время вышло не менее результативным. Там команда на двоих забили 5 мячей. Но более результативной вышла «Ухта». Итог матча 6-5. А счет в серии стал 1-0. Напомню, что игры идут до тех пор, пока одна из команд не одержит 4 победы. Следующий матч состоится сегодня. Затем команда продолжит серию в Югорске, где также сыграют дважды.